Огнеборцы Саратовской области соревновались в умении тушить пожары в высотных зданиях. Семь команд из Саратова, Энгельса и Балакова встретились в строящемся микрорайоне на площади Орджоникидзе. Место выбрано не случайно. Дом без отделки, не страшно поцарапать спецтехник, объяснили в МЧС. Кроме того, здесь был задействован самый высокий в Саратове 50-метровый подъемник. С его помощью можно снять человека с 18 этажа. Увидеть, насколько подготовлено наше подразделение при проведении работ на высотах, то есть это как боевое развертывание, это как работа в дыхательных аппаратах, на сжатом воздухе, это работа со специализированной техникой, со специальным инструментом, который у нас применяется. Здесь мы применяем спасательный чулок, значит, веревку спасательную, спасательную косынку и саму специализированную технику.